На прошлом видео вы собрали 3000 лайков всего лишь за один день. Давайте сегодня под этим роликом мы соберем 3000 лайков, и я сразу выпускаю для вас новенькое видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово, народ! Итак, друзья, сегодня мы с Юркой прибыли на очень прикольненькое испытание. Это, ребята, у нас спуск с горы. Ну и вкратце правила этого шоу. Прямо сейчас мы находимся на огромной горе, и в конце этой горы у нас есть прыжок. И мы сегодня с Юркой будем на рандомных тачках прыгать через всю карту GTA 5. Но делать мы это будем не просто вот на обычных тачках, а на реальных тачках из реальной жизни, друзья. Поэтому ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по спуску с горы. И еще кое-что, ребята, очень важное. Прямо сейчас проверьте, подписались ли вы на канал, потому что если вы этого пока еще не сделали, то, разумеется, прожмите на волшебную кнопку подписаться, чтобы она стала серого цвета. Это очень важно. Если вы подписаны, то вы получаете уведомления о новеньких роликах. Поэтому, Юрка, под самое начало мы делаем с тобой по одной рандомной тачке при помощи Алисы. И у тебя это он такой вот, это даже вроде как Шевроле, если не ошибаюсь, Камаро или Понтиак. Понтиак. Окей, друзья, Юра сделал себе одну тачку, я делаю себе одну машину, это, ребята, мы не учитываем, это вертолет, и у меня это вот такой вот Lexus. Итак, друзья, две крутые тачки на спуске с горы. Раунд номер один, друзья, это раунд жеребьевочный, и мы начинаем первый раунд. Ты вкопался прям неплохо, так давай, Юра. Я прям на бампере скользил. Реально? Ого, 700, 800, 900, чё? 1000 Lexus в первом же раунде. Что? Неожиданно. Чё за Лёха? Это Лёха, да. Лёха, без тебя так плохо. Меня преследует 740 опять. А реально? Ребята, я такого не ожидал от Лексуса. Ну, как бы сами все видели, тачка поехала 1000 км в час, хотя на самом деле упала она прямо вот около горы. Ну, вот здесь получается, да. Я прилетел, да, магистраль около дома. Всего лишь. Да, неплохо. Давайте пока прыгнем на Юрку. Это где-то Юра упал здесь, около этой эстакады. И это, ребята, неплохо. Это, ребята, неплохо. Это мой первый балл. Мне в карман, это 1-0. Итак, нам подъехал раунд номер 2. Получается, Юра делает себе две тачки. Оу, серьезно? Что берешь? Либо Porsche, либо Терминатор. Терминатор, конечно. А ну-ка, гляньте, такой сит там, он там. Юра, выходи, вон он сит там внутри этой машины. А, Юра раздавил меня. Понимаю, окей. Ладненько, друзья, я делаю себе три тачки. Поехали, первое это, ага, Ниссанчик. Да, второе это BMW. А третье, друзья, это, оу, май гад. Вот это, по идее, тачка прикольная. Да, это Драгстер. Итак, друзья, мы готовы к нашему раунду. И у Юрки это Терминатор. У меня, друзья, это вот такой вот Драгстер прикольный. Посмотрим, кто же летает лучше. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Идеальный прыжок, Юра. Что было по скорости, рассказывай. Я впечатался, но я был побыстрее чуть-чуть. Сколько? 1300? 1400? Я сейчас расскажу, если вы прыгнули. Реально? Понял. Так, ну я пока лечу. И ну-ка, нужно рикошет. Рикошет, конечно, получился, но малеха не в ту сторону. Ну, как бы, ладно. И он на дерево почти упал. Все, ребята, я паркуюсь вот в этом месте. Ты, кстати, окей, так, хорошо. Ну-ка. Пропал, Рублевку дальше улетел? Да, я за Рублевкой встал, поэтому давайте пока посмотрим за Юркой. И Юра полетел! Прыжок. Да, Юра полетел, да. И ты летишь. О, че? О, как это за... Я думал, я вылетел. Да, я тоже подумал. Слушай. Легче, чем большинство тачек. Че? Да! И ты знаешь что? Так, ну-ка. Ты дальше моего экстрабала, буквально чуть-чуть. Да, ты дальше. А еще рикошетики! Да, это нормальная консервная банка. Такие рикошетики, конечно, друзья. Но это прям вообще жесть. Я это больше удивлен, что я цеплялся на этой подвеске. Да. Цепляться-то нечего, по факту. Это получается балл, ребята, за Юрсом в этом испытании. Мы идем дальше. Сильно. Let's go. Итак, друзья, новенький раунд, новенькие тачки. Юра делает себе три машины. И у тебя пока первая считается, вторая GTA-шная, ребята. Вторую машину мы не считали. У тебя потом это тоже не считается. А вторая Porsche, а третья это тоже не считается. Не считается. Дай, давай, Юра. Давай, давай, я тебя верю. О, это... Прикольно. Это Джексон Шторм, да? Так, что берешь, скажи, пожалуйста. У тебя есть, конечно, тачки так-то... Porsche, скорее всего. Porsche, да? Я даже не знаю, если честно. Ну, давай.
давай, выбирай, друзья. Я делаю себе две тачки. Рандом, выдай что-нибудь хорошенькое, пожалуйста. Ламба, ламба, однако. А вторая, это не считается. Акура, ребята, Ламба и Акура. Итак, друзья, раунд номер 3, если я не ошибаюсь, это Акура и Порше, друзья. И мы стартуем, поехали, посмотрим, кто же летает дальше. Это, да, 500, 600, но, честно говоря, я думал, будет больше. 680, 700, я полетел. Юрча, по скорости рассказывай, что было у тебя? А я цепанулся внизу. А что по скорости было, рассказывай примерно. Было 740, пока реально не светил. Так, ну я прямо... Я не думаю, что я прыгну сразу. Я прям под эстакаду упал. Ёпа, ресеты! Прямо коснулся, да. Так, пока прыгаем в тачку к Юрсу. Да? Ёпта! Прыгаем пока к тебе. 640, Юра полетел, да, я вижу, Юра полетел, но я чуть-чуть дальше, я под эстакаду упал. Надо ягу брать. Да, вот наверное, ребята, наверное. Но это уже не важно, потому что в этом испытании мой балл мне в карман, и мы идем дальше. Карманцы, показывай. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас новенький раунд. Юра, делай себе две тачки на выбор. Да, давай. Нужно тебе сделать... О, неплохо. Возможно. Хорошо. И еще одна тоже неплохо. Выбирай либо Toyota. Да, либо гелик. Берешь себе гелик, да, получается. Окей, друзья, у Юры гелик, и нужно выбить что-то, что побьет Гелендваген. Есть, ребят, три тачки. Поехали. Первая — это ЕМА, пикап огромный. Вторая — это муритетный кар. А третья... Эти, друзья, это Дракнова. Блин, ребят, читачка. Ну, в целом сильно. Давайте ради интереса спущусь на Дракнове. Просто протестируем, что улетит дальше. Одна из самых быстрых тачек на серваке, либо Гелендваген, друзья. Разгоняемся, я полетел. Ну, да. 700, ну, да. 800. Очень быстрый разгон на максимальную скорость, ребят. Но вот максималка небольшая. О! Я полетел. У-у-у! Нормально, слушай, однако я лечу. Че, по скорости, Юра, рассказывай. А я распечатался опять в 300 тысяч раз. Понял, я лечу. И рикошет еще поймал и перелетел вот здание. А припарковался я, получается, вот так вот. Тетя, осторожно. Фиба, да? Я не долетел до Фиба, я тебя жду. И я Юра тоже полетел, вылетел, да? Ну, но... достаточно. Его, короче, да. Мотало, он цеплялся, но в целом неплохо все равно. Да, ты дальше меня стопудово, друзья. Да, Юра улетел дальше, и ты летишь, Басик, ну, примерно Басик, к Франклину, Басик, да, так понимаю. А, ну, как Басик, это скорее не Басик, а большая лужа, да. Ты упал прямо около Франклина, поэтому... Порятался. Да, друзья, это балл за Юркой, мы идем дальше. Итак, друзья, мы продолжаем, и у нас новенький раунд. Юра делает себе три тачки, пока первая не считается. Лада, да, считается. Это считается. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. И еще одна у тебя. Че ты так-то ее знаешь, типа? Ну, неплохая. И Гударки, да. Выбирай одну из трех, друзья. Неплохо. Ну, тут типа реактивка-то прикольно. Я делаю себе две тачки, поехали. Первая — это ё-моё. А второй, друзья, у меня это Лола реактивная. Чего? Слушай, это будет битва двух реактивных тачек. Серьезно вообще. Юрка, ты готов к этому заезду или же нет? Да, скажи, пожалуйста. Да, потому что... Я готов. Да, let's go, друзья. Вот такое я даже и не помню еще. Так, 500, 600. Я понял, нитросину прожимать нельзя, скорость да, не спадает. Да, есть такое. Я поэтому прожму ее потом. Ну, однако почти вы... Я цепанулся, ребята. Я перепрыгну. Самое, кое-как вылетел. Я перепрыгну, я вообще не полетел. Да. Если ты будешь возле меня, возможно, я буду дальше. Это единственное, что может меня спасет. Давай, ребята, отлично. О, не отлично, я полетел как-то максимально мне странно. Мне тоже скинул где-то 200 или 300 км. Выровнись. Нет. Ах ты жопу, да, успел. Да, я успел прожать, отлично. Просто повезло, что ускоряшку прожал. Как, и прям на дом упал, ну почти. Отлично, ну, друзья. Чуть-чуть сразу, дальше, ну, да. Чуть-чуть дальше баклажанчика. Ребята, отличненько, это мой балл, и мы идем дальше. Итак, друзья, мы продолжаем, и Юра, у тебя получается прямо сейчас две тачки, спавни, Порше прикольный, Мерседес. Ну, вот такие. Что больше нравится больше? Думаю, скорее всего, Порше, да? Лёш, бери Порше. Да, да? Мэр слишком низкий. Да. Окей, друзья, я делаю себе три рандомные тачки, поехали. Первая, ну-ка, ничегошеньки не выпадает. Это байки, ну, не считаются. Это не Субару, это... Это Хонда. Это Хонда, да, или... А, Ниссан Санни это.
вторая это такая вот, вот такая тачка. И третья это Мерседес, такая прикольненькая, друзья. Мерин я возьму, да, для этого испытания. Итак, друзья, Мерседес против Порше, Юра. И мы с тобой стартуем. Поехали, посмотрим, кто из нас летит дальше. Так, проверим. Мне кажется, у меня шансов нет. У тебя-то 400 точно, так и по прямой. Там. Ну, 700 на самом деле. 780 полетел. Что по скорости рассказывай? Я не знаю, что такое. У меня уже третья машина, которая в конце начинает прыгать. Да? И я ехал 750, а в итоге выпрыгнул где-то 600, что ли. А, реально? Ну, я лечу, да. Делаю красивый джибонь и упал я прямо внутрь этого здания. А ты где упал? А, прямо около каблучка, да? Я поймался на мысль, что я у девчонок не был еще ни разу. Ну вот, прилетел уже к ним. Неплохо, друзья. Это мой балл мне в карман, и мы идем дальше. Друзья, мы продолжаем, у нас новенький раунд на кону, и Юра в этом раунде делает себе две тачки. Это пока ГТАшные мы не считаем, поэтому да. Делай себе. Ой, первая это Фира, хорошо. И еще одна реальная машина, это Беретто. МТО. Ну ладно. Альфа-Ромео. Итак, я, ребята, сделаю себе три тачки, поехали. Первая, ну-ка, это, ну, супер, такая неплохая. Второе, это, ну. Это что такое? Это что-то интересненькое. Лотус вроде как. И третья тачка, это пока не считается. Лада Веста, братан. Знаешь, что? Я не знаю, что брать. Это та самая, которая у меня была. Это не та, которая хорошая. Ну, это, ребята, вопросы. Короче, друзья, да, я решил взять Ладу Весту против Феррари. Ну ладно, поехали, Юра, посмотрим, кто будет дальше. Ну, давай, удачи тебе, конечно. Так, 300, 400, 500, с трудом 600. Давай. 700. 720. Этот вопрос был максимально наводящим. 730 было, там, конечно, цепанулся. Что происходит? Че, сколько у тебя было? Я, кстати, еще и цепанулся вдобавок. Я тоже. 670 было. Лада Веста в Феррари погнала. Че вообще, блин? Сколько? Нормально, а ты куда поехал-то? А, это другая машина была уже, да? Да, я там уехал уже. Я понял, ты здесь, да, был? Хорошо, друзья, отличненько, это мой балл, и мы идем дальше. Да уж, друзья, у нас новенький раунд, и Юра, делай себе две тачки. Так, у тебя первая BMW, а второй такой вот огромный, это Escalade, да, старенький. Что берешь? Я по приколу Escalade возьму, бэк да? Не летаю, сейчас точно Escalade не пробую. Ладненько, я, ребята, делаю себе три тачки, поехали. А это какой-то Mercedes такой M, типа Mansory, что ли, заряженный. Это первое, это второе, и третье, друзья, Porsche. Я хочу взять себе BMW, друзья, тачка что надо, тачка очень крутая, поэтому лайк, ставьте лайки, отличненько. Итак, Юрка, тачки у нас с тобой есть, тачки заряжены, тачки готовы, давай. И мы начинаем, поехали, let's go. Блин, такой, знаешь, больше на бронированный похож, так, ух ты. Ну, кстати говоря, да. Ух ты, какой разгон неплохой. Да, реально, что по скорости рассказываешь, у меня, в принципе, 800. 800. 900. А подлетел малеха и нормально полетел. А что по скорости было, рассказывай? Да я не знаю, у меня походу то ли с трамплином что-то, у меня, ну, все тачки теряются, стали, да? Прыгать в конце. У меня то же самое, у меня было то же самое, просто один в один. А, тоже подлетел малеха, потерял. О, я где потерял. Человека прям. Да, понимаю. Нельзя на Субурбане, что где загрузить можно вести. Бум! Нормально, слушай, припарковался я прямо вот таким вот образом. Прямо на парковочное место, просто глянь, я встал на парковочное место какого-то ресторана. Это мне, говоришь, прыгай ко мне. Ну-ка, покажи мне, покажи, где ты. А, ты прямо запарковался где? На крыше где-то? Я же говорю, за девчонками приехал. А, ты прямо здесь запарковался. А, прикольно, так, нормально. Просто Юра приехал к себе домой. Отлично, друзья. Это мой балл мне в карман, и мы идем дальше. Итак, друзья, мы продолжаем. У нас новенький раунд. И Юра, делай себе две машинки. У тебя пока две ГТАшные. Третья это вот реальный Мерс. Уа, что было сейчас такое страшное? А, понял. И BMW, да? Мерс или BMW, что будешь брать? Две тачки, по идее, такие интересненькие. Мерс, да, будешь брать. Давай, бери. Я, ребята, делаю себе, друзья, делаю себе три тачки. Поехали, пока первая не считается. Вторая это вот такой вот GMC-шка такой огромный, да. Окей. Потом это. Ого! Кстати, неплохо. Это Ford, да, по идее? И это пока не считается. Не помню, и такой вот Mercedes. Давайте возьму Ford. Да, друзья, тачка, по идее, прикольная. И а как в нее сесть? Типа вот... А, что? Он не может в нее сесть. Сядь в нее. Чего?
А не хотеть. А вот сел, ничего себе, просто как-то телепортнулся в нее, неплохо. Итак, это Форд против Мерседеса, друзья. Тачки, что надо. И мы начинаем. Let's go. Да, поехали. Поехали, друзья. Разгоняемся. И ты прям, ну хорошо, я поехал. Ухожу. 700? Или нет? 800? Нет, догоняешь. Да, ты 900. Да, я подлетел. Почти 1000. Идеально. Почти 1000, но идеально не цепанулся. Да. Отлично. Но, ой, меня сквозь днище пролезают мои пяточки. Да, однако. Но у Юрки пока экстрабал, друзья. Это, конечно, хотелось бы как-то побить, но как это сделать, я понятия не имею. Потому что тачки, конечно, ну, у Юрца там были вообще прям имбовые. А я упал, но здесь. Экстра, и... не экстра, я уже раунд 5 проигрываю. Это, так, на самом деле, критично. Но есть такое. Ты упал, получается, под эстакадой, да, где-то? Возле прямо твоей здесь. Тачки. А, возле моего этого акура. Неплохо, друзья. Отличненько, это бал за мной. И мы идем дальше. Погнали. Итак, друзья, новенький раунд, новенькие тачки, новенькие прыжки и... Только мы неизменные, да. Ничего себе, нормально. О, Порш хорошая. Порш хорошая. С ноги залетать. Порш хорошая, да, выдала себе неплохо. Я делаю себе 3 тачки, поехали. Рандом, выдаем что-нибудь хорошенькое. Пожалуйста, ну, Феррари. Окей, вторая. Кстати, вторая. Это что-то кривое не считается. Это GTA-шно не считается. Хаммер! Понимаю, но куда его? И ну, однако тяжелый, Lexus, друзья. Так, давайте выберем. Друзья, я взял Lexus LFA, там под капотом сил вообще немерено. А у тебя это Ferrari Porsche. Какая была? SV90? А, какая-то, я не знаю какая, поэтому... А, если возможно. Да, то она вообще имбища. Да? Ну, я не знаю, какая была лучше, но я захотел испытать именно Lexus, и по скорости, в принципе, 800 есть, 900 есть, и 960 полетел. Юрча, по скорости было, рассказывай. Ну, было 1100, как всегда, раскидал. 1100? Ну, ничего себе. Вылетел. Чуть меньше. Слушай, а я что-то какой-то легкий. Я легкий. Я тебя перелетаю, слушай. А я легкий, реально. Серьезно? Да, прикинь. Прикиньте, я падаю. Я падаю около рубля и, точнее говоря, около Вайнвуда и упал вниз, прямо к Франку, ну, почти сколько? Приехал. 940 примерно была скорость, прикинь. Она какая-то легкая и очень. Заебал. Она отличная тачка, друзья. Лайк, ставьте лайк, такие прикольненькие машинки. А у нас впереди, ребята, последний решающий раунд. Последний раунд, дорогие друзья, и Юра делает себе 2 тачки. Воу! Все, повезешь острые материалы, да, наверное, братишка? Давай, вези их. Вези да меня, я вези. На нем и прыгну. Реально? Тайкан все равно фуфлемицин. Ну, Тайкан такой, сообразненький. Окей, друзья, делаю себе 3 тачки. Поехали. Первая это Passat, второе это рычатный кар, а третья тачка это Rolls. А давайте я возьму Rolls-Royce, ну, однако. Rolls цепляется, не советую. Да? А, реально? Тогда, ребята, да, я... Да, и Колян, и Rolls цепляются на прыжках. Давайте я возьму такую вот раритетную тачку Элвиса Пресли, друзья. Да, я понимаю, тачку. Воу, она еще дрифтовая, к тому же, ё-моё. Испытаем удачу. Шевроле и вроде бы тоже Шевроле, да, если не ошибаюсь. Да, Юра, да, поехали! Let's go! Последний раунд на сегодня. Мы разгоняемся и... Ямато куда? 950, и я полетел. Я, я ударился 100 раз, ребята. И ты как будто меня снес. Да, я 100 раз ударился и улетел я буквально на эстакаду, ребят, честно говоря. Гол! Почти гол забил, ну ладно. Короче, буквально упал я за эстакадой. Либо чё, но это максимально странно. Реально? Так, давайте пока посмотрим. А где Юрка? Реально? Ну-ка, прыгаем тачку сейчас к Юрцу. А ты... А, здесь? Ема! Ну, это любопытненько, конечно, ребята. Это прям реально любопытно. Ставьте лайки, друзья! Собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Всем удачки и всем пока! Покедова, ребята!